Всем снова привет, ребята! С вами Эфи. Вот. И по многочисленным заявкам аж целой одной, пожалуйста, Resident Evil 7. Короче, вот. Да, я буду не одна записывать. Я буду записывать не одна, я буду записывать с человеком, который мне помогал когда-то давно, прям вот миллион лет назад, да, я такая древняя, вот, записывать стрим, Ред, поприветствуем бурными аплодисментами. Всем здравствуйте, да. Всем доброго времени суток. Да-да-да, вот, я, короче, начинаю игру, и я тут такие манипулейшн проводила с этой игрейшн, что просто я просто уже не... Ну, нет, ладно, неважно, я промолчу. Я тактично промолчу. Все нормально. Да-да, лучше умолчать об этом. Угу, просто. Да пошло оно нафиг, блин! Тварина! Да. Не, ну как бы терпимо. Ну вот, например, когда черный экран хорошо кадры показывает. А, ну да, там много кадров. Там прекрасно просто, да, просто овер миллион. Вот. Да-да-да. Это чувственность, это экспрессия. Я ни хрена не сыр. Господи, какой неуклюжий зад. Я поставила классную озвучку, кстати. Сейчас, главное вслушаться сейчас. Мы помолчим. Да-да. У меня есть ножик. Многообещающее начало. Угу. Хорошо, что он ему по бубенцам не чиркнул. Ну, тут как бы... Ну, все еще впереди. Сектор обзора камеры не попало. Неужели это то, что я думаю? Воу! Ризик от первого лица? Ну, как видишь. Ой, ну, ой, мама. Да. Фиолетовое море. Так, если мышку вам слышно, то знаете, что ее слышно. Баляха. Ну, какая-то очень плавная плавность. Я видела вот этого дядьку, короче, в трейлерах, короче. Он типа такой бодренький там был. Я что-то могу тут трогать? Ничего не могу трогать. Видик. Боже, как давно это было. У меня нет видеокассеты, ну и не надо. Да по-любому сейчас найдешь. Так же само начинался этот Layers of Fear. Только там мне целая крышка чуть ли по пальцам не двинула. О, писюлька. Я разобью их о камни. Спасибо. Она как будто это... Вот это, знаешь, такие были, короче... Они сейчас есть вот эти, типа календарики такие переливаются, которые похожи что-то. Знаете, смесь всего и вся, вот, ну, по крайней мере, вот поначалу. Это Layers of Fear, Outlast и прочее. Нет предохранителя. Хорошо, что это? Опа, ширево. Понятно. Нет. Дети, не делайте такое, это плохо. Открыть. Открыть. О, боже, а это что за амнезия? Не, я... Нормальная. Темно, как вы поняли, где. Это нормально, я вас услышала, спасибо. Ну, блин. Пока, если честно, игра больше какой-то квест напоминает. Найдите видеокассету, посмотрите. А она в таком, ну, демка в таком стиле сделана, кстати. А-а-а. Пистолетные патроны. О боже, нам дадут оружие. В туалете. Так, открыть рюкзак. Понятно. Господи, тут везде одно плохое, одни плохие вещи. Что-то притон? Тут что-то вообще какая-то... Что-то плохо, как-то велосипед убили. Велосипед в крови. По бокам конвой. В бачке пуст. А вот в Silent Hill можно было засовывать руку в унитаз и доставать всякие предметики. Вот, я тебе реально говорю. Вот отвечу, мба.
А ты Чумба? Глянь, тут кто-то шкрябался. Да. Я, если честно, нихера не слышу. Подождите. Закрой дверь. Параметры. Звук. Громкость шумов. Давайте вот так. Не знаю, блин, тут какие-то настройки, на самом деле, какие-то просто загадочные. Акустическая, вид акустической системы, телевизор, блин. Я знаю только стерео, моно, 5.1, 7.1, угу. Все, до свидания. Тут, видимо, уже эквалайзеры стоят какие-то. Угу. И тут кинотеатр, телевизор, наушники. Ну, кто-то на меня будет нападать, нет? Я не люблю, когда на меня выскакивают. А чем ты будешь отбиваться? Трусами отмахиваться? Я сделаю вертушку. Да-да, как в той песне. Выдолбил вертуху в сандалях огромных. Ой, мне мешает гирлянда, подождите. О, все, теперь норм. Я могу присесть? О, я крадущаяся тень. А у меня фонарик можно выключать, или он помолчит? Ну, это уже я не знаю. Ну, блин. А нахера так громко-то? Фиолетовое море. О. Чё там? А приблизить не? Понятно, мы вас услышали. Да, очень весело. Да. О. О. А, прикольно. Типа я буду записывать все, что я здесь вижу. Осталось найти чем. Дяденька сидит. Мне почему-то это шансонские песни захотелось петь. Например. Ну, типа там аттестат в крови. А ну вот, в принципе, тема отпала, чем записывать. Пошла в унитаз, макнула палец. Это я тут была. Присядем. Я ужас, крадущийся в ночи. Откладываем кирпичи. Ух! Ух! Неудержимые рифмы. Да-да. Я знаю прекрасно, что это видео, оно не будет из разряда «Ай, как мне страшно». То есть, как бы, ну, не, мне так не... Бляха, муха, ты видишь это? Ты видишь этот трындец, вот этот сбоку, да, да, вот да, этот да, вот? Да. Что это за коматоз? Это ты фонариком у себя из-за головы светишь. Ага, блин. Ну, на самом деле, вот я сейчас смотрю, и, может быть, звуки как-то задают, но чувство саспенса какого-то ни скрытого, ни явного я не вижу. Прям такого, чтобы аж прям ах. Как в Layers of Fear, например, было. Ты только что такой громкий звук был неприятный, ну его нахер. Саспенс, блин. Сейчас все будут и саспенс, и смаспенс. Ой. Палец куклы. О. Там что-то моргает. А может палец куклы можно вставить в ту штуку? Не, квесты... Какую? Блин, вот эта тень, она меня вообще что-то напрягает. Открывай двери. А вот в эту, вот тут было. Открывай ее. Вот тут. Ага. Ну. Предусмотрительно закрыть дверь, да? Там ну нахер, да. Если можно, я вообще бы сюда вот запрыгнула. О. Скупнуться. О. Опа. Не, ну ручки такие симпатичные. Особенно вот эта дальняя, короче. Ага. Не, ну я бы спряталась такая, типа, я своя там. Как тут взять можно предмет? О, вау. Чего? И часть руки куклы сделана из целлулоида. Ага, окей, я вас услышала. А как этим пользоваться? И как... А, это объединять предметы. Нет, не надо это делать. Я спускаю, блин, этот бачок в воду. Не, подожди. Я... Блин. Чё это такое?
Выбросить предмет, осмотреть предмет. Господи. Там все подписано, я просто невнимательная. Что это было? А, это объединить было предмет. Собирать будешь себе оружие какое-нибудь потом по-любому. Использовать. А, я не могу его использовать. Ну, значит, у меня отсюда. Там, да. Может, туда какой-нибудь винтель надо будет ставить потом. Ироды окаянные. Капец, тут как будто это, чума прошлась. Бам. Открыл дверь такой. Бам, закрыл. Но мне не нравится вот эта вот чрезмерная плавность камеры. Она меня просто вот, ну как-то... Я не люблю такое. Это слишком плавно. Я люблю более резкий. Так, бам-бам. Еще вот это вот, малёха, вот это размытие. Вот это как будто, когда человек поворачивается сам, у него как будто такое размытие перед глазами. Кому вы лепите? Так, зайти на кухню? Или пойти на... пойду. Нет, сейчас я обследую тогда первый этаж. Это будет, думаю, логично. Что это за звуки тут? Вот эти вот... Как будто кто-то дергает двери. Страшно, страшно. Тебе должно быть. Нагоняет. Ну, блин, мне пока... Просто непонятно. Опа, сейчас открою, а там дохлая кровь. Голова там какая-нибудь сейчас будет. О. Отврат. В принципе-то. Ну так. Мешки с чем-то. Не особо приятно. А что можно открыть это, но нельзя открыть, например, морозилку? Видимо, морозилка неиграбельная. Вот реально, такие звуки, как будто что-то тащат на втором этаже по полу. Может быть, что-то и тащит, ты пока же не знаешь. Ию, ворон, бедное животное. Вот ты просто мастер, ты такой, блин, бесшумный, балдею с тебя. О, опять эти звуки были. Или это я тут? А, это я, походу, тут все. О, вкусняшка. Вкуснятинка. Гадость. Какая гадость. О, тут можно все пооткрывать. И тут ничего нету. Можно, то есть, какую-то... Здесь небольшая замочная скважина. Может, пальцем куклы поковырять? Я знаю, где можно этим пальцем поковырять. Я думаю, ты подумал о том же. Ну, давай не будем. Ну, как бы, да. Можно. Вдаваться в подробности. Ну ладно, вы уже все догадались, о чем мы подумали. Да ладно, да-да. Например, засунуть этот палец себе в ухо. Да, или в носу поковыряться. Да, ну, я, ну да. Как вариант. Бутылка есть зато. Ой, зачем я присела? Почему мне моргает объединить предмет? Типа, ну... И с чем его объединить? Вот это очень хороший вопрос, на самом деле. То есть тут... В сраку пусть идет, короче. Я не понимаю этот интерфейс немножко. Это как обычно. Разработчики настолько хотели упростить интерфейс, что усложнили его до невозможности. Зачем ты такой шумный? Я не люблю такие длинные коридоры. Они меня напрягают слегка. У. Какая прелесть. Я... дверь не закрывается. Ха-ха! Я знаю, что это значит. Наверняка какая-то сейчас параша будет. Слышь, ему, чтобы выбраться, нужен ключ. Ты понял, короче? Посмотри на эту дверь. Да-да-да. Дверь вообще просто сейфовая. Так, ну-ка. Во, можешь перекусить ту историю. Какую где историю? Дверь закрыта. Ну вон, где дверь закрыта у тебя. Шкаф? Была, ту фишку. Угу. Да, и тут пупсик выпал. Откуда-то.
Я хз, откуда он выпал? А с пупсиком никаких манипуляций нельзя провести? Нет, с пупсиком никаких манипуляций нельзя провести. Я нормально, если что. Ты уж это самое. Опа! Нормально. Ну, на улице, смотрите, светло. Ну да. На улице, в принципе, там светло. Так, как там надо? Вот это. Зачем мне это исследовать? Я хочу щелкнуть. Ёть. Ну. А, вот так оно работает. Да. Кобздец. Понял. О! Посмотри, остается или одноразовая? Не остается. Кассету дали. Ну, можно сходить посмотреть. Вот эта плавность движения, это просто нечто. Всё. Угу. Опа. Опа. Угу. Опа. Угу. Нормально. Всё по-профессиональному. Да-да-да. Всё как... Я слышу звуки какие-то, как будто кто-то рычит. Может, не сварение у кого-то? Нормально. И очень сильно шумит вот эта параша. Ты вспомни старые телевизоры. Всегда, когда был белый шум, там уши разрывало просто в клочья. Я смотрю кассет. А, мы смотрим. Я даже догадываюсь, что мы будем смотреть. Не факт. Да? Мне кажется, факт. Нет. Блин. На японском базарят. Мне на японском нравится больше. На японском? Да, зачем они хотят в этот дом залезть? О, интерактив. Мне мама всегда, точнее, у меня мама хочет себе вот такую качелю, только мягкую сидушку, чтобы было прям вот вообще прям сидеть и качаться там. Ну, а на них же чехлы продаются эти специальные такие. Которые сзади застегиваются, чтобы она не съезжала никуда. Достаточно интересное решение. Давай, Сикузу, давай. Угу. Хорошо зашел. Да давай, прошу. Это та же... Да, это тот же дом. Отойди, да чудо! Ну, это типа приквел. Основная история. Одного дома. Да, но тут только видишь это, нету еще мяска, короче, дверь другая, и как-то поприятнее все выглядит. Да-да-да. Еще до полного трэша. Ну, я говорю, приквел. Вот он, шкаф. Ну, то же самое. Уже закрыт. Я пошла вперед, идите в баню. О. Чё тут? В общем, мяска нету, видишь? Да. Но сопли уже тянутся. А в микроволновочке? Так же самое лежит эта дура. Ну, в смысле. Откроем кастрюлечку. Что у нас там? Всегда то же самое, только нету этой таракашек. Еще не завелись. Мне кажется, тут можно открыть эту фигню. А где этот чудак?
Андре пропал. Андре! Андре. Что? Слушай, какая-то странная фигня происходит с мышкой. Я, например, вот так вот вправо беру. Это, походу, вот эта консольная херня, понял? Потому что, смотри, я вот... Вот у меня вот стоит ровно мышка. Я веду ее... Сейчас покажу. Вот, я веду ее вправо, а она мне вниз. Понял? Вправо, да-да-да-да. Теперь опять она ровно стоит, я веду ее влево, а оно вверх мне тянет. Вот что это за фигня? Это вообще капец. Дискриминация. Куда он делся, этот идиот? Вообще, мне еще со времен пятого резика вот это управление консольное, оно меня уничтожило просто тогда. Мне не нравится то, что я не могу бежать и стрелять, например. Вот это просто для меня был взрыв мозга. Разрыв моих нижних чакр. Посмотрю, что тут. А, да тут ничего нету. Практически, считай. О, наушнички. Так, главное, чтобы тот хрен там не пропал. Сейчас, по-моему, все пропадут. Это закон жанра. Это отвратно. Насколько это интересна отвратно. Демка по времени? Вот тут чего не знаю, того не знаю. Как бы. Это интересно мне знать. Ну, если она вдруг внезапно появится. Ну, закрыто. Так открывай ее. Давай. Это ж та комната где-то это. Была. Слышь, он вообще реально пропал бесследно просто. Призраки, видать, забыли. Да подвинься ты. Че, обосрался? Будешь, блин, знать, как ходить всякие. Тут та же самая это висит. Херня, ну какая-то паранормальная ересь творится. Видика нету. Угу. Где видик? Посмотрите. Че открыл? Отойди, я вперед. Пойду, отойди! Толстожопый! Пускай она вперед лезет. Там не пофиг, я пошла. Вот в какие-то погреба сейчас тебя потянет. Ой, ой, он там стоит. Стопэ. Не, вверх. Обратно. Я смотрела этот фильм. Помнишь, мы с тобой смотрели? А, блин. Этот, кино вот это... Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля, Париж, город мертвых. Помнишь, там стоял такой, да, типа... Да, да, да. Слышь, я первый. Я помню этот фильм. Мне в любом случае, слышь, первым сказал он спускаться. Паскуда. Мхась. Я ни за что не забуду мадам, помнишь, в том фильме? Слышь, которая... спускайся, мудила! Мразота, блин, тупорыла. Сейчас он накинется на меня. Тебя вижу. Сверху. Ну чё? Ой, понятно. Здрасте. Алло? А, понятно. Какой симпатяшка. Ой, там дядя идет. Видосик заканчивается. Чё-то как-то неприятно мне было лицезреть сию картинку. Сколько запись идет? О, глянь, смотри, записка появилась. Я разобью тебя о камни. Угу. Ю добавили вот это. Что ты нахер? А ну-ка, тут же камин. Да, вон. Потянуть. По-моему, это плохая идея. Да ладно уже. Чё уж там. Я хочу закрыть это обратно. Закройте. Ты можешь только открыть его еще шире. Угу.
Прелесть таких хорроров, или там как назвать этот жанр, я даже не знаю, в том, что ты не можешь сопротивляться. О, ключик дали от черного хода. Нормально. А, нет, услышишь лестницы. Ха, прикинь. Сперли лестницу. Не, ну честно, не, ну, немножко жути нагоняет, конечно, это весь момент вот этот вот. То есть, кто дверь открыл? Там дверь была закрыта. Ну реально, кто-то взял, открыл дверь. Какая-то паскуда мразь. Ну тут никого нет. Ну тут-то никого нету. Ну все, ожидай, значит, скоро время. Спасибо, блин! Спасибо тебе за поддержку. Да, да, всегда, пожалуйста, обращайтесь. Ого, жуткая музыка. За кого я, блин, играю? Черный ход. Я не знаю, где черный ход здесь. Нигде миску. Хер его знает. Там кухня, по-моему. Нет, или там кухня была. Кухня вот сейчас и слева. Если прямо и налево. Да. А там у нас что? А, да, точно. Твой любимый коридор. Фак. А, там была... Чё-то... Ну, как обычно все, ничего не изменилось. А эта штучка не открывает? А тут разве не было зеркало целое, по-моему? Нет? Или у меня уже галюны? По-моему, не было. Ага, все нормально. Какие-то люди тут. А. Люди на блюде. Вот тут можно было что-то. Блин. А, нет, ну значит это не. Это мало отсюда. Похоже на черный ход. Не отсюда ключ дать. Это, скорее всего, вот этот ход, вот этот в подвал, то, что был. Ну. Понял? Короче. Вот это скитание по мукам. Подожди, вот эта красная дверь, где мясо, это, наверное, парадный получается. Ну да. Так, а чё он? О. Угу. Нормально. Вообще так. Ок. Прямо все, что могли сюда, уже впихнули. Прямо. Да, куклы, то есть, куклы повешенные, куклы расчлененные, там... Мясо кругом, и звуки, и шорохи. Тут такой только что бабах, ну как такой, знаешь, как будто что-то уронили, блин. Короче, в этой игре все приемы используются, чтобы тебя запугать. Да. А вот что-то да подействует. Ну, в принципе. Я уже чувствую легкую дрожь в твоем голосе. В моем голосе. Да, ну тебя в баню. Легкая. Да что ты на эту ворону все смотришь? Ну блин, мне интересно. Летел вот это. О, фак! Саное говно. Манекенчик. Да-да. Невольно вспоминаю тот анекдот, который я тебе рассказал. Вот-вот. Блин. О. Ой. Во как. О! Ну, я почему-то так и думал. Ю. Я почему-то Бич. Прям вот ожидал прям этого. Такой ха-ха-ха. Welcome to family, son. Или как он там сказал?
А, ну это... Опять не могу чуть за место. Кухня, не кухня. Сзади там тетя. Мама. Какая-то обезумевшая, блин. Воу. Вот это улыбка. Не, ну манекен меня не прям вообще доставил. Манекен-то да. Я говорю, просто все приемы использованы в игре. Все. А, все? В смысле плохая концовка? А, я ж на второй этаж еще не поднималась. Да. Ёптать. Надо будет, короче, еще раз записать одну серию, короче, на второй этаж еще подняться. Фак. И мы просто что-то как-то не ожидали, что я, это... Я то есть не думала, что он выйдет, короче. Купить. Пипец. Ладно, окей. Не, я покупать это не... Пока нет, спасибо. Ну, плохая концовка. Все, чё? Присоединяйтесь к программе. Угу, хорошо. Присоединимся обязательно. Ну, меня выведет на экран, блин. Алло. Алло. О. Алло. Не, можно как бы еще раз зайти, то есть глянуть чисто, что на втором этаже было? То есть, блин, ну как-то... Не, лучше потом уже, в другой серии. Потом записать отдельно. Лучше. Да. Вот, окей. В принципе, ну, прикольно, но как-то вмешали в резидент все, что можно было. То есть, по крайней мере, сейчас я резидента как такового особо и не увидела. Я увидела какую-то паранормальную хрень. Ну, мы, не, ну это интересная задумка, но это не резидент. Это что-то вот другое. Это, например, какой-то там... Не знаю... Это, по сути, хоррор-квест. Дом у озера, блин, какой-то. Да, маньяк какой-то обезумевший там... Нужно спасти максимально там всех или еще что-то такое. Это, знаешь, напоминает мне поворот не туда, когда они в домик попали этих обезумевших ребят. Вот примерно то же самое везде там головы, руки, ноги, там суп из ушей сваренный. Вот примерно из этой серии. Тебе надо просто по-рыхлому оттуда слинять. Ну, примерно эта же серия. То есть как бы резика-то тут как такового и нет. Типичный какой-то хоррор, ужастик может быть, резик. Вряд ли. Полуночная версия, нормально. Написано там внизу полуночная версия. Вот. Ну, короче, такое что-то. Это, знаете, это смешали. Ну, это, наверное, все говорили, и я не буду исключением. То есть, смешали, как бы, может быть, кусочек... Из резидента тут только название. То есть, да. Блин... Смешали здесь Outlast, Layers of Fear, какие-то моменты геймплея, Амнезию, Silent Hill, это, то есть, бесспорно, какую-то паранормальную там что-то залепили, ну, как мне показалось. То есть, чувак резко взял, пропал и появился, и у него такая, типа, трубка стоит, труба во рту. Вообще супер, вот. В принципе, так-то, в принципе, неплохо. Мне понравилось, по крайней мере. Вот. Ну, еще раз повторюсь, на резидент это мало похоже. Не знаю, что они там домутят потом, конечно. Добавят ли они там вирусняк вот этот или нет. Вот. Будет ли оно от третьего лица или от первого лица или нет, или это как. Не знаю, в общем. Посмотрим, что оно дальше будет. Что ты хотел сказать? Ну, вот мне да, на самом деле, что вот от первого лица, как бы игра сделана, это уже. Натолкнуло на какие-то мысли. Вообще будет это как-то перекликаться далее с игрой? Оно как бы может... Оно может перекликаться, просто необычно достаточно. То есть, ну, может быть, они этой демкой рекламируют свою другую какую-то игру и просто хотят, чтобы мы купились на это на все. Вряд ли. Это масонский какой-то заговор. Не, на самом деле, вот это вот все, что мы сейчас увидели, могло стать очень хорошей самостоятельной игрой.
не резиком, просто хорошей самостоятельной игрой. Я говорю, от Резидента здесь только название. Я не увидела здесь вирус какой-то, я не увидела здесь, я здесь увидела только обезумевших людей, которые, блин, это даже не зомби, это просто люди, которых крышняк поехал, блин, они кушают других людей, жрут или что-то делают с сырым мясом, и людей просто-напросто, ну, там, не знаю, потрошат, ну, в конце он порезала мадаму-то. Всё! Ни уроборосов, ни лас-плагосов, пожалуйста. Ну, лас-плагосы тоже. Это как бы обычный вирус-то нету его. Там вирус G, да, вирус... Да. Какой там еще был, я уже не помню. Короче, куча вирусов. Вот. Угу. Ладно, в принципе, будем смотреть, ждать, что оно там, как оно. И потом, наверное, еще запишу еще одно видео, посмотреть, что на втором этаже, потому что что-то я тупанула, блин. Как-то... Не, мы... Просто, извини, что перебил, но на самом деле просто неожиданная концовка такая получилась. Ну да. Нежданчик. Может, такой. Там как-то можно было через крышу, типа, выбраться, спрыгнуть вниз, сломать себе ноги, и, типа, концовка. Типа, хорошая концовка. Ползёшь такой, ползёшь, и тебе там бамсы. Какая-то сумма догоняет. Как в Outlast'е, блин, там в конце, так, хоп, и бубенчики того, тик-тик. Ну ладно. Окей, в принципе, на этом завершу, поэтому завершим. Вот, поэтому хочу сказать всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, что вам было интересно. Всем удачи, всем до скорого и пока.